Добрый вечер, дорогие друзья! Мы начинаем наш концерт. Перед началом концерта убедительная просьба отключить звук на ваших мобильных устройствах. На сцене народный коллектив России, лауреат премии Ленинского комсомола, лауреат международных и всероссийских конкурсов, чемпион 9 всемирных мировых игр, академический мужской хор «Биби». Хормейстер Фрида Старобинец, Юлия Алисова, заслуженный артист России Дмитрий Семеновский, Анна Казанова, Татьяна Иващенко. Художественный руководитель, заслуженная артистка России Надежда Малярина. Дирижеры Анна Казанова, Татьяна Иващенко. Во главе заслуживает
Надеждой Маляриной. Сегодня концерт необычный для нас, для всех, так как за дирижерским пультом сегодня будем стоять мы, хорминистры. По состоянию здоровья Надежда Васильевна не сможет сегодня присутствовать на концерте. От этого нам всем очень волнительно. И она доверила нам самое дорогое, это хор. Поэтому передает вам всем большой-большой привет. Поздравляет вас с прошедшими праздниками. А мы в ответ со своей стороны сделаем все, чтобы этот концерт прошел на очень-очень высоком уровне. И передаем вашими аплодисментами и аплодисментами нашего хора большой привет Надежде Васильевне Маляриной. Thank you.
Спиричу, Райли Чир, солист Иван Дятлов.
Александр Никольский, Господь просвещение мое.
Юрий Евград, ты забыла деревню. Из оратории «Осенних ястребов» на стихи Иосифа Бродского. Влюбленный солдат, солист Максим Дунаев.